Здравствуйте, друзья! Я сегодня хочу поделиться своим впечатлением от своей игры на результат, которую я впервые провела в выходные в индивидуальном формате. То есть мы работали с одним клиентом. Игра получилась очень интересная, очень насыщенная. И что понравилось с самого начала, это то, что очень удобно ставить цели, очень удобно проверять цели и удобно проверять то, насколько эта цель действительно настоящая, своевременная и насколько она является важной для человека. Точно так же можно сразу определить, к чему мы будем стремиться, к чему мы будем двигаться и посмотреть, устраивает ли такой результат нашего клиента. Очень удобно работать таким образом, когда человек сразу понимает, что исходя из своей цели он получает определенный результат, и сразу он видит, устраивает его этот результат или он будет стремиться к чему-то другому. Это можно корректировать сразу с самого начала игры. Сама по себе игра тоже сложилась очень интересно, как всегда. Игры — это всегда интересно, и всегда есть чему удивиться, есть чем восхититься. И всегда интересные результаты. И в данной игре было интересно то, что при постановке запроса, который был сориентирован на семью, очень много человек раскрыло для себя важной самореализации, без которой в семье тоже сложно, скажем так, чувствовать себя ресурсно, реализованно, наполненным. То есть мы раскрыли целый ряд вопросов, который выложился красивой цепочкой, выложился такой логической связью, что и каким образом можно сделать для того, чтобы реализовать как свои какие-то семейные вопросы, которые пока вот были только желанием, и что можно как бы еще попутно, чем можно себя наполнить, чем можно себя обогатить, и как сделать так, чтобы действительно соединить все самое важное в своей жизни безболезненно, с удовольствием, с наслаждением и получить действительно желаемый результат. То есть, как оказалось, все было не так однозначно, как казалось сначала. И мы получили очень много интересной информации. Конечно, с тем, что дает игра, каждый, кто играл, знает, что можно еще потом работать и самостоятельно, и не только самостоятельно, но в любом случае игра всегда дает огромное наполнение, огромное поле для работы, для понимания того, что впереди, для понимания того, что я могу сделать, чтобы получить то, что я хочу. И очень удобно, когда это все как бы подбирается, выбирается самим человеком, когда ему не предлагаются варианты, когда можно самому посмотреть, какие есть перспективы, какие есть возможности, какие есть варианты, как это все можно наполнить. И буквально, так как игра идет с помощью метафорических карт, буквально можно, так сказать, получить себе картинки того, что важно, что нужно, как это применить, как это использовать и как это поможет достичь того, чего вы хотите. Поэтому я вас приглашаю как на марафон трансформационных игр, который будет проходить скоро у нас в Хмельницком 27-28 числа, протестировать игру, если есть у вас желание такое, или, возможно, сыграть в групповом формате или даже в индивидуальном. А для тех, кто использует игры в работе, могу предложить игру как вариант работы с человеком, как вариант работы, скажем так. Это даже тот вариант, который можно использовать где-то в семейном, так сказать, кругу, да. То есть это в том числе и игра. Игра, которая помогает вам достичь вашего результата, начиная от того, если вы хотите сделать какое-то, скажем так, действие. Возможно, это даже будет про отдых. Запросы в этой игре стояли, например, в том числе и про отдых. То есть в групповом формате, когда была уже первый раз мы играли, то был такой запрос, например, да, каким образом можно позволить себе расслабиться, можно позволить себе отдохнуть. И этот запрос был очень красиво разложен, очень красиво как бы для себя человек увидел, каким образом,
как сделать, что сделать, и понял, как он будет себя при этом чувствовать. Это было очень интересно, очень познавательно, и очень такой, скажем так, позитивный настрой появился к концу игры. Ну, в том числе запросы, конечно, есть и на развитие, и на обеспечение. Запросы самые разные, все они отлично раскрываются через игру, поэтому приглашаю как поиграть, так и воспользоваться игрой для себя. Есть несколько игровых полей, есть несколько наборов, поэтому, кому будет интересно, обращайтесь, я расскажу более подробно. И сейчас всего хорошего. Пускай ваша жизнь будет самой замечательной игрой. Люблю вас.